Pepper Lewis. Thank you for allowing me to share. Приветствую вас, это Пеппер Льюис. Спасибо, что пригласили меня разделить День Земли с вами. Существует множество праздников, которые отмечены в нашем календаре, и мы думаем, как мы собираемся провести этот день, думаем мы, глядя на календарь, проведем мы его с семьей или нет. Но этот праздник для меня имеет личный характер. Как мы воспринимаем Землю, ее осознанность, ее знание, царство Земли? Все это личный вопрос для каждого из нас. И в этот День Земли я предлагаю разделить его с Гайей, разделить с вашим сердцем, разделить с видением планеты, с тем, как вы хотели бы видеть жизнь на планете и какими бы вы хотели видеть события на планете. И я хотела бы поделиться этими чувствами с вами через это видео и так максимально, как это только возможно. Мы действительно являемся одной семьей, и мы делим нашу общую планету в нашем собственном видении. Спасибо. Я благодарю вас за то, что вы празднуете этот день. Это действительно праздник для Земли и для Гаи. Однако он продолжается практически все время, потому что Земля не отделяет один день от другого, так как это делаете вы. Это лишь продолжение и перетекание одного момента в другой. И все это направляет истину, направляет развертывание событий на Земле. Ведь Земля существует очень-очень долго. Земля измеряет немного по-другому в проходящее время, сезоны, годы, дни и так далее. Этот праздник позволяет нам понять, что такое Земля. Это библиотека, это игровая площадка, это развертывание, это личное путешествие, которое позволяет вам стать чем-то большим, чем вы признавали в прошлом. Каждое путешествие позволяет вам быть всем, что вы представляете здесь, в этом мире. И таким образом вы можете открыть новую правду, новую эпоху. И сейчас на этой земле, говорю вам, происходит открытие большего количества уникальных ресурсов и время, в котором вы сейчас находитесь, это время осознания. Посмотрите вокруг себя, чего-то не хватает, но если чего-то не хватает, то это значит, что вы ощущаете потребность в новом видении, новой созидательности. Мы должны видеть не только этот момент, в котором небольшое количество истины. Мы должны видеть еще и следующий момент, в котором истины больше. Пусть этот день будет действительным праздником. Пусть мир покажет вам свои различные стороны, которые вы сможете рассмотреть. Посмотрите на них сейчас. Посмотрите, как, разворачиваясь, следующий момент приносит вам больше. Больше ресурсов, больше красоты, больше совершенства, больше знания, больше откровений, которые открывают то, что было скрыто, и показывают это вам. И сам момент, сам день показывает вам, чем становится Земля. Земля становится более легкой формой себя.
И она начинает показывать это вам. Земля, мое тело, начинает проявлять себя вам через вас, через вашу жизнь, через ваше личное путешествие, через ваши стремления, вопросы. Она показывает ответы на эти вопросы. Она становится более уникальным местом. Позвольте Земле показать вам следующий шаг в путешествии, потому что тогда вы увидите ваш собственный шаг. Конечно, на этом пути многие начинают оборачиваться, смотреть, откуда они пришли, считая, что так они смогут определить, куда нужно сделать следующий шаг. Однако Земля этого не делает. Земля не оглядывается на пройденный путь для того, чтобы выбрать, куда сделать следующий шаг. Поэтому празднование этого дня — это своеобразное приглашение. Приглашение исследовать себя, позволить своей полноте выступить на передний план. Потому что когда вы делаете это, ваше путешествие становится легче. Вашу правду становится легче выразить. Она в большей степени становится вашей собственной правдой. И вы увидите, что это полезно для Земли. Ведь все источники и все ресурсы будут использоваться совместно, всем и каждыми. И время недостатка станет временем изобилия. Поэтому не будьте слишком обеспокоены по поводу перемен, которые происходят. Конечно, они происходят, а в будущем будет еще больше перемен. Однако воспринимайте их как ресурс, ресурс планеты и ресурс для вашей собственной созидательности. Посмотрите внутрь себя, и следующий момент станет яснее. Из тумана, из-за зависти придет приглашение признать себя такими, какими вы являетесь и какими становитесь. И тогда Земля будет праздновать этот момент вместе с вами. Все царства откроются вам, они станут ближе к вам. Вы почувствуете себя в состоянии братства. Вы будете больше знать элементы и стихии жизни. Они представятся вам. Каждый элемент со своими собственными свойствами, каждый элемент на своем языке. Видите ли, Земля говорит на множестве различных языков. И это также и ваши языки. Для вас сейчас естественно искать, раскрывать, поощрять и поддерживать. Поддержите Землю в том виде, в каком она есть. Поощряйте следующий момент, чтобы он стал больше и шире. Не считайте, что Земля должна стать тем, чем она была. Пусть она становится тем, чем она становится. Это приглашение для вас праздновать состояние Земли, как я праздную его вместе с вами. Хорошего дня!